Всем привет, с вами Крип. Сегодня я хочу поговорить с вами про уход Геннадия Горина с Ютуба. Гена скрыл все видео с канала, кроме двух. И да, именно скрыл, а не удалил, потому что просмотры на канале остались, но ВКонтакте вы можете увидеть все его видео с канала на его странице. И даже больше. На странице Гены вы можете увидеть видео, которые он не выкладывал на канал, и старые видео. Даже те, где он плачет. Что странно, ведь сейчас он пытается скрыть эмоции. Так вот, я наткнулся на видео, которое Гена выложил 14 сентября. В нем он говорит, что раньше его видео были веселые и интересные. Также он говорит, что хочет создать новый канал, так как стесняется снимать веселые видео на основной. Ссылка на видео и на страницу Гены вы найдете в описании ролика. Что ж, смотрим несколько моментов из этого видео. Всем привет, всем здравствуйте, спасибо, что вы смотрите мое видео. Сегодня у нас 14 сентября 2020 года. Меня зовут Геннадий Горин, я хотел вам рассказать про себя. Я помню, как я видео снимал раньше. Раньше вот это меня никто не знал. Это видео снимал про НЛО, про привидения, я снимал такие видео. Вот. Колдуны там. Вот это видео были самые первые видео были очень такие хорошие, смешные видео. Вот. А сейчас могу вам сказать, на моем канале уже больше 1 миллиона подписчиков, вот. Чем это у меня это больше подписчиков на моем канале, тем я это видео снимаю грустные, невеселые, вот так. Короче говоря, вот я сейчас подумал, мне это надо было создать еще один канал, чтобы это я это снимал видео смешные, чтобы это никто меня не знал, какой я канал создал. Просто так надо снять видео смешные, веселые видео, и пускай там видео находится на моем канале, это на новом, да. Короче говоря, у меня это есть каналы, вот много у меня есть каналов на Ютубе. Я там это видео снимаю, как я живу там, про цветы снимаю опять. Но такие веселые видео я это вообще уже перестал снимать. И даже музыку я все перестал снимать. Это сочинять свою музыку. Короче говоря, Геннадий Горин стал грустный, невеселый, неинтересный, популярность уже проходит моя, и поэтому я не знаю, что сейчас, вот, даже это было веселое видео, да, веселое у меня было видео, например. Вот, я вам, наверное, уже говорил, раньше я снимал видео веселые, радостные, потому что меня никто раньше не знал. А сейчас меня все знают, и поэтому я не хочу это снимать веселые видео, потому что я стесняюсь. Да, я это, между прочим, стеснительный человек, между прочим. И вот, и поэтому еще мама дома находится, какие видео снимать веселые, если мама дома находится, какие видео веселые сниматься. У Гены очень много всяких групп и каналов, ссылки на все группы и каналы Гены, вы можете найти в паблике информации о Геннадии Горине ВКонтакте. Ссылка в описании. Возможно, Гена вернется, так как, например, прошлой осенью у него тоже была подобная депрессия и он хотел удалить канал. Я очень надеюсь, что он вернется, так как я очень его люблю. Он самый искренний человек, которого я знаю. Я иногда вдохновляюсь им, если он уйдет, то я даже не знаю, что будет с моим каналом. На этом все, всем пока, ставьте под видео Гены хэштег Гена вернись, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментарии, что думаете по этому поводу. Всем пока.